продолжим нашу как же появился в России? Ну, во-первых, начнем немного вообще с истории этих вагонов. В Германии метростроение развивалось, конечно, намного быстрее, чем у нас, и, скажем так, как с автомобилями, скажем так, более быстро и более правильно. Поэтому, несмотря на годы постройки, этот вагон обладал многими характеристиками достаточно полными. И даже, смотрите, как он идет. Двери его открывались вручную, что сейчас только начали практиковать на некоторых метрополитенах. Когда пассажиры сами определяют, надо ли им выходить или нет, в 1927 году в Германии уже было. То есть двери открывались вручную, а закрывались автоматически. Естественно, при победе, или после победы Великой Отечественной войны, многие люди стали возвращаться в Москву. Более того, многие предприятия реэвакуировались опять же в Москву. И, естественно, четырехвагонные составы уже не справлялись с перевозкой пассажиров. И тогда было принято решение, что надо бы вагонов-то как-то добавить в Москву. Мытищинский машиностроительный завод, который всегда и занимался изготовлением вагонов, еще был не готов изготавливать к 1945 году. И поэтому встал вопрос, где достать вагоны. Совершенно верно, ответ очевиден. Надо найти более-менее подходящие вагоны и их экспроприировать. Собралась целая комиссия, выезжала наша комиссия в Берлин и рассматривали типы вагонов, которые на берлинской подземке использовались. И наиболее приемлемым был выбран вот такой тип вагонов, который в Германии назывался вагон типа С. У нас его переименовали в вагон типа В. Почему в В существует две версии. Первая В — это значит военные или трофейные. А вторая, наверное, более правдивая, так как до этого у нас были вагоны типа А и типа Б на московском метрополитене. Очевидно, что следующий вагон должен был стать вагоном типа В. И вот его переименовали в вагон типа В. Собственно, в чем была основная проблема? Разница ширины колеи. Если в Германии, да и в Западной Европе, 1420 да, миллиметров, то у нас 1535. В результате, соответственно, получается, и до сих пор так, кто ездил в Западную Европу, да даже в Польшу, да, переезжал через границу, там вагоны переставляются на другие тележки с более узкими колесами, ибо ширина колеи разная. Итак, после того принципиального решения, надо было эти вагоны перегнать в Советский Союз. Всего их было из Германии перегнано 120 штук. Как же осуществлялась перегонка? Очень просто. Прямо вот по дороге, по обычной, по которой ездит машина, были уложены рельсы от электродепо до железной дороги. По ним эти вагончики перекатили, дальше они до Литвы следовали в составе сцепа самостоятельно. Ну, естественно, при переезде в Литву, когда ширина колеи поменялась, мы их поставили на платформы и перевезли уже в Москву, в электродепо «Сокол», собственно, где после этого эти вагоны проходили уже переналадку, настройку. Естественно, прежде всего это касалось того, что пришлось менять оси колесных пар, так как в Европе они были уже, пришлось оси свои ставить, да, колесных пар. Но, тем не менее, после того, как была произведена действительно серьезная работа по модернизации этих вагонов, они вышли под пассажиров в московском метрополитене. В ленинградском метрополитене в качестве пассажирских вагонов вагоны типа В не использовались уже. Они использовались уже только как вагоны для хозяйственных нужд. Под пассажиров они уже не выходили. То есть до 1955 года, когда мы дождались пуска ленинградского метрополитена, эти вагоны в качестве пассажирских уже, в принципе, заканчивали использоваться и в Москве, а к нам они уже просто не приходили в качестве пассажирских. Всего в ленинградский метрополитен было передано 6 вагонов типа В. Ну, так как тогда был Советский Союз, и мы делились по-братски, то 2 вагона мы отдали в Киев. Один в Киев, один в Тбилиси. Осталось 4 вагона. Один был у нас вагон-дефектоскоп, один вагон-пылесос и 2, собственно, вагона-электровоза. Вот этот вагон был
использован как электровоз на Ленинградском метрополитене. Работал как вагон электровоз. Что такое электровоз, я вам расскажу чуть позже, когда мы дойдем до электровоза, который у нас таки имеется здесь. И потом я расскажу, что такое, собственно говоря, электровоз. Кроме переделки осей, основное, что еще было сделано? Ну, естественно, возможность открытия дверей вручную пассажирами. У нас ни разу не канала, поэтому, естественно, сразу же было сделано автоматическое управление машинистом и открытием и закрытием дверей. И вот эта вот функция, которая многим, наверное, приглянулась бы, в метрополитенах Советского Союза не использовалась в принципе. То есть там уже все побоялись, что начнут наши любознательные граждане пытаться на перегоне двери открывать, еще что-нибудь посмотреть, а что же будет. Вот. В результате эту функцию убрали. Еще одной особенностью данных вагонов, как и следующего вагона, к которому мы пойдем, вагона типа Г, являлось то, что машинист управлял вагоном стоя. Сидячих мест там не было. Когда проходили в кабину, там нету никакой сидушки. Машинист стоя управлял подвижным составом. Такая себе борьба со сном, конечно, 8 часов стоять, стоя управлять составом. Это не самое такое решение, но оно было уже только в вагонах типа Д, даже не Г, а Д, наконец-то ставили хотя бы табуреточку стоять для машиниста. Вот. А так, до этого все машинисты работали стоя. Вот, управляли. В течение 8 часов не менялись? Ну, как не менялись? Обедать-то надо было, конечно. Нет, ну, во-первых, начнем с того, что работа машиниста, если уж к этому брать, да? Вы видите, конечную станцию работает. Во-первых, если тот вагон типовой, который мы смотрели, имел вес 32,
условия. Специальные емкости и потом утилизируется непосредственно. Вот такой вот агрегатор двухосный небольшой. Сам занял.